out of the blue corner. Ему 29 лет. Рост 170 сантиметров. Вес 69,75 килограмма. Профессиональный рекорд 17 побед, 5 поражений. И его стиль бразильское джиу-джитсу. Ladies and gentlemen, he's 29 years old, standing 170 centimeters tall, weighing at 69.75 kilos. As Brazilian jiu-jitsu specialist, with professional record 17 victories and 5 losses, representing Coari Amazonas, Brazil, he is Henderson Capoeira Batista. Его соперник в красном углу, fighting out of the red corner. Бойцу 33 года. Рост 180 сантиметров, вес 70,7 килограмма. Профессиональный рекорд 39 побед, 8 поражений, его стиль ударная техника. Ladies and gentlemen, he 33 years old. He stands 180 centimeters tall, official weight 70.7 kilos. As a striker with professional record, 39 victories and 8 losses. Дамы и господа, он из Омска, Россия, приветствуйте, Александр Тайга Сарантовский! Рефери поединка Герихан Шибилов. Пойти на середину. The rules you know, listen my commands. Правила знаем, не нарушаем, внимательно слушаем мои команды. Все понятно, пожали руки. Легкая весовая категория. Хендерсон Батиста против Александра Сарнавского. Это соглавное событие турнира ACA 139. Статистика на ваших экранах. Конечно же, с точки зрения опыта, серьезное преимущество за Александром. Да и с точки зрения возраста можно, наверное, этот бой запихнуть в опыт против молодости. Но это не главное. Это реванш. Первая встреча выиграл досрочно нокаутом, коленом в голову Александр. И сейчас он идет вперед. Звали попадания в пах не было, но Сарнавский хорошо себя чувствует, очень активно идет вперед. Какую работу над ошибками проделал Хендерсон Батиста? Здорово! Очень длинные крюки такие у Хендерсона. И здесь обмен корпус на голову. Воу! Вот есть это да! Батиста! Неужели все будет добивание! Еще быстрее? Уже в первом раунде просто снес Александр. Теперь было все по-честному, 100%. Сарнавский номер один. Не случайно в рейтинге легковесов. Фантастика. Блистательная победа. Вот это уровень. Мы сделали это! Смотрим еще раз. И вот здесь левой рукой попал и уже пошатнуло Хендерсона Батисту. Возможно, Сарнавский – это не его соперник. Никто досрочно не побеждал этого бразильца, кроме Александра. Ну, теперь, наверное, только реванш. Потому что остальные все ребята заняты в гран-при. С другой стороны, победитель гран-при тоже имеет право на бой с чемпионом, неофициально, но все-таки. Дамы и господа, ваш победитель пришел к вам через 42 секунды первого раунда. Ladies and gentlemen, your winner comes to you at 42 seconds of round number one. Техническим нокаутом. Добивание. Победу одержал, and your winner by technical knockout punches. Александр Тайгер Сарнавский!